Сегодня в городе Ясиноватое проходит грандиозный праздник. По инициативе главы администрации города Ясиноватое Яненко Юрия Витальевича и при активном участии отдела торговли бытового транспортного обслуживания населения и совместно с отделом культуры было организовано грандиозное мероприятие – празднование Масленицы. Программа состоит из двух частей. Это ярмарка, на которой представлены продукция производителей нашей молодой республики, которые, несмотря на тяжелое время, не побоялись приехать в наш город, в котором идут, как все знают, на окраинах боевые действия. Тем не менее, мы поддерживаем наших горожан, мы создаем все условия для того, чтобы жизнь в нашем городе не отличалась от других городов. Значит, в ярмарке приняли участие 12 предпринимателей крупных. Хочется отметить лидера ярмарки, это совхоз «Тепличный», реализация молока. Молоко реализуется по 30 рублей за литр. Молоко, творог представлены в очень хорошем ценовом сегменте. Также реализуется мясо свинины, рыба свежая, кондитерские изделия фабрики АВК. Также в ярмарке принимают участие предприятия общественного питания «Наша гордость города», цех общественного питания вокзала Ясиноватое. Вот, посмотрите, пожалуйста, на продукцию, которая представлена. В наше тяжелое время находятся люди-предприниматели, которые, несмотря ни на что, ведут свою деятельность. Более того, продукция, которую они выпускают, является гордостью нашего города. В данном случае ФЛП Маханько Наталья Васильевна, производитель кондитерских изделий. Вы можете обратить внимание на этот ассортимент. Мясная продукция представлена в разрезе мяса свинины. Мякоть свинины стоит 280 рублей, на кости 250-260. Соответствует всем стандартам, нормам, сертификаты качества имеются, ветслужбы. В широком ассортименте представлена продукция кондитерской фабрики АВК. Мы можем наблюдать более 20 наименований конфет, более 5 наименований печенья. Также представлена продукция группы чай, кофе. Ценовая политика меньше на 15%, чем обычно в продаже. Ярмарочные цены.